Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. Так, ребятушки, значит, поехали. Что мы с вами имеем? Имеем, значит, смартфон мы с вами, в данном случае Samsung A50. И компьютер. Обязательно под управлением Windows. И теперь будем удалять YouTube Vanset. В том случае, если вы его не можете удалить обычным способом. Такое происходит, или вернее, стало происходить после обновления Android 11 с предустановленным до этого еще на Android 10 YouTube Vanset. Я покажу три способа, как удалить YouTube Vanset, и начну с двух самых, как говорится, легких. Но вначале мы с вами берем и подготавливаем наш смартфон. Что мы, значит, делаем? Заходим в настройки, идем сведения о телефоне. Если у вас другая модель, не Samsung, немножко может отличаться, но в принципе все одинаково. Дальше нам нужно вот сведения о телефоне, потом сведения о ПО. Обратите внимание, да, сведения о ПО. И нам нужно найти номер сборки. Вот. И по нему, по этому номеру сборки тапать. Все. Когда вот здесь покажется, что вы уже стали разработчиком, получили, да, выходим обратно. И в Samsung в общем меню это находится, да. Допустим, к Xiaomi, по-моему, специальных возможностей где-то здесь внизу это находится. Ну и у каждого телефона это может быть по-разному. Заходите в параметры разработчика и даете, вот включаете вот этот отладку по USB. Когда вы включили отладку по USB, возможно, придется перезагрузить смартфон, но у меня без перезагрузки все заработало, поэтому я подключаю сейчас родным кабелем USB Type-C, в данном случае, свой смартфон к компьютеру. Все, я его подключил, и он у меня подключен. Что я теперь должен делать? Смотрите, значит, как я сказал, будет три способа. Начинаю с самого легкого. Эту инструкцию я взял с сайта FOPDA. Так, вот, бантик. Скачиваем вот этот бантик, значит, все, когда мы его с вами скачали, переходим в загрузочки, и этот бантик, дорогие друзья, так скажем, нам нужно с вами переместить корень диска C. Корень диска C, вот он, перемещаем сюда, скопировать. Продолжить. Все, когда скопировали, его нужно разархивировать в общую папку, да, или просто извлечь файлы. Оп. Готово. Смотрим, у нас где-то должна здесь появиться эта папочка. Так, где она? Вот она. Все. Открываем, но так как две папки получилось, надо вот эту папочку, если у вас так же, как у меня, я неправильно разархивировал, надо вытащить отсюда и в общую папку, чтобы не было двойной ее, короче, другими словами. Когда мы это с вами сделали, чтобы у нас вот так с вами было. Далее, что нам нужно с вами? Далее мы нажимаем, либо, если у нас был YouTube Vanset без root прав, мы нажимаем вот этот бантик дважды. Если с root-правами, тогда этот. И он автоматически будет удалять. Смотрите, у меня non-root, да? Я нажимаю. Все. На телефоне, как видите, произошла вот такая вот штучка. Надо задать разрешение. Даем разрешение. И все. И теперь я смотрю, и на моем телефончике нету. Остался только Music. Все. YouTube Vanset. Нет. И настройки микро-G вот остались. Все. И теперь у вас должно все сработать. Если данный способ вас не устраивает, есть еще одно интересное приложение, с которым я хочу вас познакомить. Вот оно. Называется, значит, ADB App Control. Все. Вы его когда включаете, запускаете, также вам нужно будет дать разрешение. Либо просто нажать всегда и дать разрешение, и уже на запуск ничего больше не потребуется. Все, мы ждем
Видите, программка запустилась. Как ее установить и где ее взять, вы найдете в описании видео ссылочку. Пройдете по этой ссылочке и скачаете данную программку. Сейчас я вам покажу, пока загрузится все. О программе зашли. Если вам какая-то либо инструкция нужна, то, пожалуйста, вот сайт программы. Все, зашли. Ссылочка, как я уже сказал, будет в описании видео. Здесь вы ее сможете загрузить и установить. Тут руководство пользователя, инструкция. И все как бы есть, что нам надо. Ну, самое основное я вам показал именно для удаления YouTube Ones. Все, когда вы установите эту программу, естественно, перед этим дадите разрешение на телефон. Все, запустите, она у вас попросит разрешение. Вы заходите, выбираете не системные, а сторонние приложения вот здесь. И дальше пошли искать. Либо просто пишите, да, на английском языке в поисковике. Все, Ones. И вот они, пожалуйста, у вас появились. Выбираете одну, вторую. Здесь выбираете удалить. И нажимаете удалить, и также данные кэша. Все, нажали удалить, у вас все удалится, перезагрузили смартфон, обратно ставите Ones Manager и без проблем устанавливаете все по новой. Так, это два из, так скажем, легких способа. Теперь мы переходим к сложному, от легкого к сложному. Все, если у вас вдруг эти не сработают, два способа. Тогда еще есть один способ. Для этого, дорогие друзья, нам с вами нужно установить Android Studio. Android Studio. Как ее установить? Ссылочка будет в описании видео. Под видео посмотрите и установите. Там все ясненько, как говорится, и понятненько. Потому что нам нужно будет для, так скажем, для своих целей одну интересную Android Debut Bridge, чтобы удалить именно эти все программы. Если два первых способа вам не помогут, тогда это точно уже вам поможет. Что значит мы с вами делаем? Когда мы с вами установили Android Studio, все, мы идем с вами в диск C, далее идем пользователи, в моем случае это вот это вот PR-Tube, в вашем это другое может быть, и нам нужна вот папочка апдаты. Если вам эту папку не видно, тогда сделать нужно следующие вещи. Зашли вот в папку вид, далее параметры, идем изменить параметры, да, здесь опять нажимаем вид и идем вниз. Нам нужно найти, так, не показывает скрытые файлы, папки и диски, вот сюда. Допустим, вы нажмете, потом нажимаете «Применить» и «Окей». Все, тогда ваша папочка, она появится. Все, заходим, как говорится-то, в эту папку. Далее мы с вами идем «Локал». Потом нам нужно «Android», дальше «CDK» и «Platform Tools». Все, нажали ее. В закрепленном комментарии, в описании видео будут прописаны команды. Вот такие вот команды, вы сможете их скопировать. Далее, что мы с вами делаем? Нажимаем кнопку Shift на клавиатуре. Я надеюсь, вы это знаете, что такое. И правую кнопку мыши. Здесь нам нужно открыть PowerShell. В моем случае у вас это может быть командная строка. Поэтому у меня здесь команды для двух оболочек. Это для командной строки и для PowerShell. Они отличаются только тем, что перед PowerShell, перед командой обычной стоит точка и слэш. Что мы, значит, с вами берем в моем случае? Открываем вот это вот, копируем, копировать, вставляем сюда его и нажимаем Enter. Все, обращайте внимание на наш девайс с вами. Все, всплыла команда, что нужно разрешить. Мы с вами разрешаем. Когда мы с вами разрешили, мы вводим уже вторую команду. Копируем вторую команду, добавляем ее сюда и нажимаем Enter. Все, готово. Если у вас стоял YouTube Ones, он будет удален. Все. И после этого вы уже сможете, как говорится, там, установить, взять
и установить OneSet Manager. Как это сделать? Все, есть ссылочка в описании видео. Ну, как-то так, дорогие друзья. Вам же, дорогие друзья, напоминаю, что вы были на канале Samsung Просто. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мое видео будет для вас полезно. До свидания, всего доброго и до новых встреч.